Так, парни, всем привет. Это канал Сервисмен. Сегодня у нас на ремонте автомобильный видеорегистратор Integra VX210HD с неисправностью не включается. При подключении питания горит красный индикатор и ничего не происходит. Так, сейчас по старинке мы подключим питание, зафиксируем неисправность и уже дальше будем плясать. Вот мы подали питание. Вот красный индикатор горит, он не включается. Вот нажимаем на кнопку включения, ничего у нас не происходит. Так, от блока питания, кстати, надо посмотреть, что у нас там. Блок питания 5 вольт. Вольт, потребление у него 0,13. При нажатии на кнопку включения ничего не меняется, ни на какие кнопки ничего не меняется. Так, ну в общем, что, разбираем и уже будем смотреть. Но на самом деле мне уже знающие люди сказали, это в общем аппарат производства, дата выпуска у него декабрь 2016 года. И проблема, вероятнее всего, в прошивке. То есть, ну, в таком состоянии он с компьютера не будет прошиваться, а только, ну, программатором с ПЗУхи, с 25-й флешки, или, не знаю, сейчас посмотрим, какая там. Вот, поэтому сейчас вскроем, первым делом сочетаем программатором, прошивку зальем, дамп. И уже от этого будем плясать. Разбирается элементарно. Здесь вот, где крепление, откручиваем один винт, потом по периметру отщелкиваем корпус, откручиваем плату и, в общем, таким образом. Сейчас разбираем и продолжаем дальше. Парни, разобрал я аппарат, ребенок справится. В общем, флешка здесь Phion F16. Так, обязательно, ну, естественно, мы будем ее сейчас выпаивать. Обязательно нужно было от вот этой части корпуса открутить плату, потому что с оборотной стороны дисплей. И мы, когда феном будем снимать флешку, мы по-любому дисплей проплавим. Еще вот здесь аккумулятор, он приклеен к дисплею. Надо тоже его аккуратненько отсюда отклеить. А то мы вместе с подложкой дисплея его отсюда извлечем. Так, все, дисплей отстегнули. Это в сторону. Значит, еще раз флешка Phion F16. Сейчас мы ее аккуратненько спаиваем и на программатор кидаем. Снял я ПЗУху, считал ее программатором. Дамп на всякий случай сохранил с нее, там что-то с нее считалось. На всякий случай, если фокус не удастся вдруг. Вот, поставил флешку обратно, пропаял все по-человечески. Сейчас вот тут быстренько очистим и будем уже подкидывать. Что-то кварт здесь как-то ненормально показался. Так, все очистили и сейчас будем подключать. Блин, дисплейку уже я, конечно, заляпал руками. Купил специально для этого скотч и что-то редко его использую для защиты экранов. Так, подключаем. Пока я тут собираю, парни, напомню, что у нас есть чат в WhatsApp, где можно пообщаться на ремонтные и околоремонтные темы.
ссылка на него. Только через личные сообщения ВКонтакте находите меня, пишите. Если вы не бот и не спамщик, занимаетесь ремонтом, то я вас с удовольствием в него добавлю. Так, все, дисплейку накинули. Блок питания 5 вольт и подключаем. Оп, видим, да, спустился. Потребление в таком состоянии 0,32 у него, ну как бы в режиме ожидания. Потом, когда уже соберу, тоже включу, покажу, поставлю карту памяти, проверим, чтобы он запись вел. И на этом все. Сейчас собираю и дальше покажу. Аппарат собрал. Все четенько. Поставил карту памяти в него. Samsung 32 гигабайта. Какая-то у меня тут местная. Все, даем питание. И вот он запускается. Запись где? Запись пошла. Здесь в верхнем правом углу. Секунды пошли. Потребление 0,31, в принципе. Так. Full HD 1080. Блин, если честно, я очень сомневаюсь, что здесь Full HD. Не буду, конечно, гнать, не уверен. Но, возможно, здесь просто интерполяция. Но аппарат производства 2016 года. Выпуск, по крайней мере, этот. Может быть, тогда был такой Full HD, не знаю. Так, ну из этого что мы делаем, какой вывод? Имейте в виду, когда будете его прошивать, дамп я приложу к видео, ну, ссылку оставлю в описании. Когда будете прошивать, у них прошивки зависят от даты выпуска, то есть там разные ревизии плат, там есть сентябрь 16-го, декабрь 16-го, вот как этот, да, декабрь 16-го, вот, то есть учтите, эта прошивка именно, ну, дамп прошивки будет для декабря 16-го года. Вот, дата производства у них по серийному номеру, то есть здесь вот 12-2016 в середине серийного номера, вот, поэтому это учтите. Ну, на этом ремонт окончен. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Еще, кстати, парни, такой момент. Я тут посмотрел статистику на канале. Вот у меня на данный момент 100, по-моему, 88 подписчиков. Немного, да. И 70% смотрят именно подписчиков. И 30% те, кто не подписан. Вот, ну, те 30% прошу, подпишитесь. Мне вообще будет приятно. Вот, ставим лайки, подписываемся. Пока-пока.